В этом видео будем лепить котика из пластилина. Нам понадобится целая упаковка синего или фиолетового, ну и любого другого цвета, чуть-чуть желтого и чуть-чуть черного. Берем воздушный пластилин. Он не пачкается, и он, когда засыхает, становится как пенопласт. От основного кусочка отделяем примерно 1/3. Основной кусочек раскатываем в шарик и надеваем его на палец, чтобы у нас получился такой колпачок. Берем небольшой кусочек и разделяем его на 2 равномерные части. Это будут у нас ушки. Ушки котику делаем треугольные. Отделяем еще один кусочек, разделяем его тоже на 2 одинаковые части. И это будет у нас мордочка. Еще один кусочек берем, разделяем тоже на 2 равные части, скатываем их в 2 палочки, это ручки. Ну и из оставшегося делаем длинный-длинный хвостик. Теперь нам понадобится немножко желтого пластилина. Скатываем 2 маленьких шарика, делаем из них глазки. Потом берем немножко черного, из одного шарика делаем носик, а другой шарик разделяем на 2 равные части и делаем из него зрачки. Скатываем палочку, очень-очень маленькую. Такую веретеновидная палочка получается, если пальцами скатывать. Как раз для зрачка. Вот такой получился киса. Мяу-мяу, привет, я киса. Если тебе понравился, поставь лайк. И подписывайся на мой канал.